Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 9-го каталога Faberlic. Он трехнедельный. Расскажу вам о новинках этого каталога, который уже успела попробовать. Итак, поехали. Сразу на обложке у нас три новые оттенка каяла. Вы знаете, коричневый был в заказе, и на руке он показал себя не очень стойким, но в целом все понравилось. Вы знаете, наносила на матовые тени, делала межресничку и ничего не отпечаталось. Поэтому нормально. Но было не жарко у нас в тот момент, было холодно. Как в жару себя поведет, не знаю. Поэтому нормально. Вообще не отпечатался. Все отлично, все супер. Можно брать, пробовать. Три классных, крутых оттенка. Как раз самые такие, наверное, ходовые у нас. У нас будет с вами круиз по скидкам. Смотрите. С 19 июня по 9 июля на сайте, ну и в приложении, я думаю. Посмотрим, что это будет. Товары категории парфюмерия, декоративка для дома, wellness, уход за кожей. Может быть, ну навряд ли каждый день новая скидка, но на что-то будут скидки. Сейчас и так в личном кабинете полно распродаж. Заходите, смотрите, как бы их и так очень много. Где личные акции консультанта. Помада в прошлом заказе была красная, жидкая, матовая. У нас есть здесь, почему-то нету. Да. Не знаю почему. Ее почему-то здесь нету, не напечатали. В общем, в Дзене есть фоточки. В Телеграме девчонкам выкладывала. В Дзене есть фоточки, как она выглядит на губах. Очень крутой классический красный оттеночек. Прям вот просто классика красная. И самый плотный у меня этих помад этой серии, наверное, штук 5 разных оттенков. И вот красный, он самый плотный. Он прям плотный-плотный. Его надо быстро поправлять, аккуратно наносить. Он прям безумно плотный. Очень хочу масло с Монардой повторить, но что-то его вот у нас давно нет на складах. Надеюсь, появится. Буду брать обязательно. Вообще из серии для ногтей вот масло с Монардой, да, в тюбике с пипеточкой, самое обалденное. И вот этот гель для удаления кутикулы, он тоже великолепный. Когда делаю маникюр и в промежутках между маникюром наношу гель на кутикулу, потом пушером убираю все. И ходим дальше еще там, ну, дней 5 неделю, потому что у меня кутикула сохнет быстро очень, и мне приходится даже между маникюрами ее как бы немножко подправлять. Желтые ценники на кисти. Кисти хорошие, кисти классные, мне нравились больше прошлые, но эти тоже очень достойные за свою цену, прям шикарные, присмотритесь. Реснички у нас снова напечатали, реснички тоже классные. И первые, и вторые вообще шикарные. Но вот с клеем не повезло, клей был брак, его многие издавали, не знаю, может быть сейчас вот написали новая формула. Может возьмем с вами, девчонки, попробуем новую формулу, как будет работать. На лето по уходу очень хорошо пойдет Global Oxygen серия, к чему присмотреться можно, да, прям вот вся серия, вся великолепна. One Week Miracle может тяжеловато быть на лето, но мы опять отталкиваемся от своего типа кожи, да, от ее потребностей. Океаном вообще великолепный мист, прям вот на лето практически, да мне даже больше нравится, чем Axiology, вот этот кислородный. Даже больше, девчонки. Вот он такой легкий, такой невесомый, но в то же время увлажняет. И кожа после него себя чувствует прям вот великолепно. Что еще на лето? Программу карбокситерапии смело берем. У нас здесь будет за 800 рублей. По скидке консультанта, наверное, за 600 с чем-то. Вся система, то есть вместе с маской. Эта система классная, ее летом можно. Смело, даже у кого пигментация, она высветляет при регулярном использовании очень хорошо. Так, теперь что по маскам? Больше всего мне понравилась масочка Кафе Латте. Она действительно подгоняет с утра с лица отеки. Вот действительно, смотрите, 149 рублей, 100 рублей, по-моему, у меня выходит со скидкой консультанта, там 105 где-то так. Вообще нормально, потому что мне хватает на 2 применения, я все сразу не выдавливаю. Половинки вполне достаточно. Уже показывала вам в ролике, что взбиваю кисточкой в крышечке из-под пенки, хорошо взбивается и наношу на лицо, половинки хватает. Действительно, кафе латте подгоняет отеки, кожа прям потом такая заблюренная, классная, мягенькая, суперская. Вот эти две масочки понравились поменьше, но тоже имеют место быть. Это как бы вот мои ощущения, ваша кожа может полюбить совершенно другую маску, но они однозначно стоят внимания, прям рекомендую. Серия Green Karma неплохо подойдет на лето, но мне вот кремы, допустим, тяжеловато к умывалке, стоит присмотреться. К умывалке и к масочке, которую тоже можно использовать как умывалку для глубокого очищения, потому что она с частичками. Тоже на лето можно присмотреться. Куркума, в принципе, тоже подойдет, если у вас сухая возрастная кожа. Вообще эту серию обожаю. Вот осенью прям обязательно повторю, если не выпустят еще что-то круче, потому что она великолепна. Гиалуронка летом может вызывать у кого-то подкожники, поэтому с этой серии немножко поаккуратнее. Самый матирующий легкий крем кислородный баланс. Он никаких чудес не делает, но он неплохо увлажняет.
и слегка матирует. Вот тоже на лето, у кого жирная кожа, девчонки, прям присмотритесь. Вот он, восстанавливающий активный спрей, да? Мне больше нравится океаном, чем он. Прям вот гораздо больше. Вот такая интересная новинка, и она не была доступна к покупке VIP-ом, поэтому возьмем немножко попозже. Массажер для лица и зона вокруг глаз. У меня что-то подобное есть, и в принципе мне это нафиг не нужно, но все равно интересно посмотреть, попробовать. Все равно интересно. 299 рублей, 200 рублей выйдет. Как бы цена вопроса небольшая совсем отнюдь. ICU. Здесь есть средство, которое тоже очень хорошо подходит на лето. Ну, во-первых, это гель-скатка для лица. Чистить лицо нужно получше, да? Потому что сейчас больше грязи, больше пыли. Больше выделяет наша кожа себума. Вот эта скаточка вообще это находка. Просто пенка обалденная, она вообще на все времена. Тоник тоже вполне себе подходит летом. А из кремов я бы прям посоветовала гиалуроновый гель Алоэ Вера. Но его прям капельку. Если вы с ним переборщите, будет липкость, и он будет ощущаться на коже. А так он тоже при минимальном расходе, при правильном грамотном расходе, он и заматирует, и покраснение уберет. Очень классная штука на самом деле. NFW тоже вполне себе летняя линейка, особенно если у вас есть высыпание, на нее внимание тоже стоит обратить. Вот эти парфюмы, что-то, кто не писал из моих девочек, всем не понравились, не понравились. А кто брал чисто из-за того, чтобы посмотреть на семя, чего там семя, непонятно, что из этого вырастет, непонятно, было много спорных вопросов. В итоге, кто взял, парфюм не понравился, мне по пробникам тоже не понравились они. Поэтому очень странные, конечно, новинки. Задумки суперские. Вот про семена, там про оформление, про экоформат и так далее. Но сам аромат как-то прям вот вообще не вау. Как бонус за покупку у нас с вами будет размягчающий крем-компресс для ног. Очень рабочая, кстати, штука. Классно наносить на ножки, потом можно одеть, допустим, бахилы, пакетики какие-то маленькие, носочки, походить полчасика и пойти все это дело пемзой удалить. Размягчает, девочки, на ура! Вот сейчас прям вспомнила, обзор каталога сниму и пойду сделаю. Крем-антипреспирант для ног, у кого ножки потеют, мужьям своим, девочки, тоже. У меня, кстати, муж начал пользоваться, недавно взяла, и могу сказать, что уже я запах дома практически не чувствую, потому что он работает на улице и работает в ботинках, им другую обувь нельзя. Лето, жара, ботинки, ну вы представляете, какой аромат, да? Он принимает душ на работе, приезжает домой, все равно я его чувствовала, а сейчас нет, вы знаете, нет, все-таки работает, поэтому теперь имеет место в нашем доме быть такая вещь. По фитобальзаму живицы для тела не могу ничего сказать, вот помазались, хорошо вроде, слава богу, не на чем проверить, никаких ушибов там, ничего такого нет. Но такие вещи, я тоже думаю, имеют место быть, пусть будет. Из БАДов очень интересную штучку уже заказала, потом вам все покажу. Коктейли мы берем, но мы еще не допили с Ксюшкой по VIP-программе 70% скидкой. Это выгодно. Комплекс вот сейчас витаминов В пропиваю. И волосики, и ногти должны, и кожа сказать спасибо за это. Посмотрим. Сейчас как начнут расти. Вообще классные новинки. Новая подушка, новый дизайн с гречкой. Я не представляю, как на таком спать, поэтому у меня ортопедическая. Я что-то мимо гречки все время прохожу. А вот этот акупунктурный массажер для стоп. Девчонки, это вообще что-то. У меня гораздо меньше начали болеть стопы. Они у меня болят, пяточные шпоры или начинающиеся плоскостопие. Скорее всего, плоскостопие приходит ко мне медленно и верно. В общем, они у меня периодически болят стопы. Расходишься, не болят, а когда встаешь, с утра болят. И вот, когда я начала массажироваться, вроде он кажется, что такого. На аппликаторе Кузнецова я стояла, я не видела улучшений, да, там иглы. А вот этот массажер, ну, как бы, ну, что такого, там колесики просто, ну, ничего такого прям вот болезненного, ничего. Но мне стало гораздо легче. Поэтому вот эта штука, в принципе, 500 рублей со скидкой консультанта, девчонки, она стоит своих денег, и она работает. Мне очень понравилось. У меня прям все время стоит на полу, я периодически подойду, помассажируюсь, там хожу дальше и так далее. Так, по пластырям мы все с вами разобрали. Маска для глаз вообще у меня вызвала дикий восторг. Очень люблю, обожаю. Аж взяла еще. Прям эффект обалденный. Побаловать себя, свои глазки. Ножницы, девчонки, тоже снимала ролик в Дзене. Коротенький, как резала ими замороженную курицу. Вообще восторг. Вообще восторг. Ножницы очень крутецкие. Единственное, мне вот непонятно, почему они не сделали здесь тоже ручку. Мне вот неудобно. На самом деле, мне неудобно. Мне хотелось бы, чтобы здесь тоже как бы была вот такая вот ручка. А так, в целом, просто великолепно. Хотела взять коврик в запас еще один, но посмотрела, скоро выйдут новиночки для ванной. Там шторки новые появляются с форума, да? Видели, девочки, кто смотрел? Шторочки новые, может, и коврики будут новые. Поэтому пока подожду. С тобой порошок.
Классно отстирывает. Классно отстирывает, удобный формат. Листик в машинку положил. Мне кажется, что вот он даже немножко помощнее, чем наш сыпучий. Ну вот мне так показалось. Потому что сейчас много грязных вещей, и пока вот стираю только им, и мне показалось, он чуть-чуть получше отстирывает, нежели наш сыпучий порошок. Но сказать, что я буду повторять еще, ну не знаю, потому что он выходит 370 рублей, а порошок выходит 330 рублей с моей скидкой. Поэтому как бы 40 рублей немножко подороже. Поэтому не знаю, девчонки, буду повторять или нет, но понравился, понравился. Если очень хочется попробовать, берите, не пожалеете. Цена адекватная с учетом того, как растут цены в масс-маркетах, в магазинах, цена адекватная. Так, что у нас с вами тут в конце? Тут есть еще новиночки. Я расческу, кстати, заказала, она появилась. Но сначала, наверное, выйдет обзор каталога, потом обзор заказа, потому что он вот буквально только-только пришел. Отсниму, покажу. Новинки, VIP-новинки подгружаются прям вот... Очень странно. Сначала выкладываю часть, потом еще часть и так далее. Поэтому я теперь в каталог делаю два заказа. Первый, прям как только новинки появляются. Ночнушку вот эту хотела, если будет. Вот из этой серии тоже очень мало всего было на сайте. Футболочка вот эта нравится. Футболку, кстати, тоже заказала. Если она есть в каталоге, сейчас покажу, какую. Появились вот такую. Вот такую с окантовочкой, с бежевой заказала. Надеюсь, по размеру подойдет. Размеров было мало, но мой был. Посмотрим, померяем. Так, ну и в конце у нас якобы распродажа. Вербена, парфюмчики маленькие, женские, мужские, дейзики. 1 плюс 1 равно 3. То есть, если вы берете 3 штуки, они выйдут по 159 рублей каждый. А не то, что вы в корзину положите 2, у вас там материализуется 3. Просто вот такими вот акциями часто Фаберлик новых консультантов путает, которые еще не понимают, да? Просто если вы купите 3, они у вас будут по 159 рублей. Вот, и все, больше себе голову ничем не забивайте. Так, бьюти-кафе. Я уже от этих одушек отхожу. Я вам говорила, мне не нравится. А, морожку рекомендую прям к использованию. Прям очень рекомендую. От нее нереально блестят волосы, не теряется объем. У Ксюшки, у моей волосы чуть вьются, и после морожки они прям завиваются в безумно красивые локоны. Суперская серия. А, вот расческа взяла. Я не думаю, что тут что-то особенное, но все равно посмотрим, потестируем и так далее. А безумно нравится серия Арису. Ее выводят, как я поняла. Поэтому, если вы ее любите, обязательно берите. А маска глина детокс великолепная. Просто великолепная, но она подванивает, девчонки. Поэтому я ее сейчас делаю перед шампунем. Раньше, после, сейчас перед шампунем она немножко нехорошо потом на волосах пахнет, особенно если лето, жара. Мицеллярный детокс шампунь тоже классный, очень здорово чистит, с ним волосы прям почище, нежели от других. И классная вот эта серия с лотосом, очищающий кондиционер, это co-washing, то есть им можно мыть волосы без шампуня. Он практически не пенит, но кожу головы промывает. И если у вас безумно сухие поврежденные волосы, я прям вам очень рекомендую взять попробовать. И не мыть шампунем пару раз хотя бы волосы, а мыть только вот этим бальзамом. Промывать как следует кожу головы, смывать, и все, вы увидите потрясающий результат. Серия Арисы достойна, жалко, что выводят. Репейный бальзам легкий, неплохой, классный, такой хорошенький, без утяжеления, волосики блестят, они такие объемные, пушистые. Знаете, ну пушистые в хорошем смысле слова, не пушатся, нет. У них просто есть объемы, они живые. Легенький, хороший бальзам. Вот вообще, если есть какие-то проблемы с сильной сухостью, он их не решит. А так вот, среднячок, без утяжеления, если вам нужно, то, пожалуйста, да. Варежка-мочалка тоже рассказала в обзоре. Классная, супер-пупер, вообще очень понравилось. И подарок для новичков у нас здесь будет потрясающий. Смотрите, какой фокус, ты куда деваешься? От нас все время. Это как раз порошок и ловушка света. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.